Вы сюда, наверное, да? Проходите. Да, да, проходите, а то мы поломали маршрут. 200 посещений в смену. Амбулатория на Армейской улице в Кубинке открылась в феврале. К ней прикреплены порядка 9 тысяч жителей городка. Чаще всего обращаются к педиатрам и терапевтам. Сейчас, как и во всех медучреждениях Подмосковья, в разгаре вакцинация от гриппа. Грипол плюс, соли грипп. Кроме терапевтов и педиатров, прием в амбулатории ведут узкие специалисты – стоматологи, лор, гинеколог, офтальмолог. Жители сетуют, современного оборудования могло быть и больше. Главный врач Одинцовской областной больницы поясняет – все приобретут. Это дело времени. Если будет субсидия нам прямой больницы, то мы можем закупить сами. Ну что для этого можно сделать? Попросить еще раз официальное письмо. Письмо мы направили на министра, сегодня копию отдам, соответственно, и тогда попросим ситуацию еще раз проработать. Давайте. В остальном у нас все те свидетельства, где заявлено, они сработают, но мы полностью оснащены. Три этажа, 15 групп, в каждой по 25 детей. Скоро рядом с амбулаторией появится еще один важный социальный объект – детский сад. На первом этаже планируется расположить пищеблок. И младшие группы по 25 мест в группе. Младшие – это что у нас? Это ясли? До 3 лет и от 3 до 4. На втором этаже спортивные и музыкальные залы. На третьем разместятся воспитанники постарше. Плановая мощность нового дошкольного учреждения – 330 детей. В этом году завершится проектирование, будет пройдена экспертиза. Все замечания и рекомендации были зафиксированы и по дорожно-тропиночной сети, и по скверу, который мы хотим раньше. Плюс появилось пожелание еще сделать отдельно хоккейную коробку рядом с детским садиком. Все буквально вот досконально, до мельчайших подробностей, все зафиксировал проектировщик и будет потом с какой-то периодичностью приезжать сюда и отчитываться, и также обсуждать с жителями, правильно ли идет проектирование. Строительство детского сада в Кубинке начнется в следующем году. Сдача объекта запланирована на 2022. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».